Новые «Искандеры». Российские военные получили еще один бригадный комплект «Искандер-Н». В него входят несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие машины, командно-штабная техника, машины жизнеобеспечения, ремонтная техника и пункт подготовки информации. Церемония передачи комплекса прошла на полигоне Капустин-Яр. Технику военные получили в торжественной обстановке. Теперь военным предстоит курс обучения работе с «Искандерами», а затем на полигоне пройдут учения с участием комплексов. После всех испытаний офицеры покинут Капустин-Яр. Место их постоянной дислокации — военная тайна.